волка. Так нет, да нет. Там пусто. Да ты бредишь. Да ты уже бредишь. Не, серьезно, там нет волка. Да пошли, нам в город надо. Йо, но кровь видел, вот он даже лежит. Ну, волка тут меня не было. Беда не хватили, блять, это сгорит оно. Да как себе садился, там оно стрелочка туда с водой. Она была на максимуме. Мысль, ты еще не всю воду туда вылил?
блядь, улетим в стратосферу. Ага, теперь скажи мне, где мы, блядь, возьмем сейчас воду, блядь. А, не говори, возле заправки есть озеро, давай. Что смешного, блядь? Это нормальная мера. Блять, они сгорят, блядь, радиатор, они охуели. Блядь, пальцы, просто нахуй не убийца. И там не грязи, там яйца грязи. Ты едешь там, блядь? Ебало. Трясется пиздец. Давай мне фляжки. Вот, блядь, вот, вот бензобак, ты не мог его найти? Нахуя ты по мне стрелял? Да. Мне половина... Мне половина хп, блядь, нет, мне в плечо идёт. Да. Шо, маленький, блядь, ты чтоб я вообще нахуй убил? Погнали, нужно помогать. Я больше не могу унести. Ты, конечно, алё, какой броник? Мне его не задел. Но он не тронутый. Мне даже куртку не задел, я ни куда-то не попал. Штаны, кажется. Ага, мне, блядь, буха, да, прилетела? Криона у нас нет, что ты хочешь? Зачем? Ну что, прокипятим в этом радиаторе, потом выльем. А, она заправлена, что я больше не могу залить. Из-за этого, кажется, была. Я сейчас сяду и увижу, что там он полный, смотри. Синий, да. О! Я не знаю, что тебе с этой флягой делать. Она, блядь, сейчас с водой, но я эту воду, блядь, пить не буду, я не добил. Как ты мог не найти? Вот он же. Ну, господи, ты одеваешься? Ты сколько, блядь, вокруг меня кружил? Вон, я его даже сразу нашел. Блин, ты не помнишь, как бензобак выглядит. Самая классная машина, небо 4 на 4, ебать. Советский человек, вот, блядь, вот он. Знаешь, если он, блядь, будет устать, нас можно, блядь, ёбнуть спокойно, стрелять по ебучей канистре. Так что давай, блядь. Откуда, блядь, знаю, знаю. Дай попробовать отъеду. Ну, я подъеду чуть подальше. Отпустите капот. Блядь, заводись она, чтобы на нейтралке, блядь, точно. А, да. Блядь, стоп, тут же задний ход надо.
Ну это реально как она в жизни, я честно говорю. А чё она, чё у неё нет хол... А, у неё есть холостой ход, нормально. Так, заглушить. Это я. Всегда запомните. Когда останавливаюсь, ставьте на нейтралку. А тут у нее, я не понимаю, у нее есть вообще холостой ход, я что-то не понимаю этого. Типа, когда он с ней, когда на первой передаче, она едет, просто катится, когда ничего не надо выжимать. Ну, нормально. Прямо как в жизни. Не, ну, механика самая про хотя бы езды правильно сделана. Я когда недавно узнал, что машина едет, даже не выжимая газ, я так охуел в своей жизни. Я не знал, что просто отпустив сцепление, блядь, она начнет сама ехать, блядь. Я такой, нихуя себе, что за хуета? Ну там я совсем мало заправил. Слушай, иди сюда со своей кастрюлей. Нива 4 на 4 в гору едет на Изямбе. Мочит ебать. Там была питьевая вода, можно было бы заправить. Так, тут у меня что-то спал ход, надо первый взять. Вижу. Вообще-то. Нет, это не вертик, это гвоздно здесь. Это конвой. Это конвой. Да. Ну глянь, это только. Может это вертик все-таки? Я просто думаю, ночью может не видно. Нет, такие красные же. А мы правильно приехали вообще, блин? Лечу. Охуеть, не вообще. 4 на 4, бля. Да, это конвой. Куда ехать? Я не вижу дорогу. Вот это она справа. Какие-то похуй, блядь, будут. А можно фары как-то включить? Блядь, блядь. Ебать, еще меня светит за это. Ай! О, а, ну, она не моделька. Ты тоже охуел такой, блядь. Видишь, мы с гвозда выезжаем. Вруби какой-нибудь шансончик, блядь. Или там. Или это. А, это ко мне точно, извините. Секунду. Сейчас шантал он будет, жди. Так. Сейчас. Как держу на зончик? То есть, тебя сейчас не слышно, Жанна? А, ну сейчас туда. Сейчас. Так. Их не играет? Бля. Короче, я еду под Михаила Круга, ебать. Казалось, серьезно. Чего в ответ? Олега ебнули. Олег рядом со мной сидит. На Непалова. Опасный камень. Я могу, кстати, выскакиваю.
вот я мастер водила, я бомбила! Вот сюка! Прям 90 градусов, что ли? А, ну ебать, это спокойно, я умею дрифтить. Так, добавляю скорость. Пай, рядом джиган и хулиган. Дун-дун-дун. Наши двери нету таких, даже среди шкутин травы. Девочка Пай, взяли меня и не скучай. Ой, точно, я не слышу звона. Крупная мамаша, как утка тряся потроха, бежала по улицам нашей, ваша пришивка. Да. В смысле? А, нет, на сезоне нет. Я думаю, ты о чем? Меня можно убить. Это... Там же вообще даже оружие... Ну, оружие можно достать, но нельзя прицелиться. Волга, ебать. У кого-то проблемы тут были. Сейчас я ему завырублю. Это разбились они? Сейчас, мне нужен батарейка в ПНВ-ху, сейчас запихну. Все. Разбили? А, да, я вижу. А что тут по бензину? Можно сесть? Не, я не умру и сяду. Глянем. А, бензина много. Ну, достаточно. Ну ладно, поехали. Я снимаю ПНВ-ху. Садимся в нашу Нива 4 на 4, мах! На волоте бог, блядь. Сейчас мне надо первым рубить и... Так, поэтому надо было с ручника в первую очередь снять, потому что мы в подборку стоим, блядь, мы начали катиться. Что говоришь? Понял, ну, бля, пока что вверх поднимаемся. Я просто не люблю опасную езду, особенно в Дейзи, блять, это пиздец, чем обернуться. Так, вот тут крутой поворот, как понимаю. Это он и есть. Честно говоря, я обосрался. Так, задний ход будет, тебе габариты работают? Да? Так, поехали. Извините, что я так занес нас, я испугался. Ага. Я чуть нас всех не убил. Вот это? Так, понял. Ебать, я бы сейчас пока... Кем, блядь, дай гляну. А, так... А, это я понял, тут нет... В смысле? Я уже испугал, что-то... Я уже подумал, что это по нам стреляют, честно говоря. Я вот так ты-ты-ты, что-то непонятно. Не, мы же скоро заедем в сейф зон, тут она далеко действует. Главное из машины, бля. Я из машины не буду выходить. Блять, мне лагает интернет, что это, блядь, машина начала лагать. Ну, это дым, который там на сезоне, я тебе не говорил. Я не вижу просто этот дым. Все, мы уже в трейд-зоне. Если даже мы улетим в космос, мы не умрем.
подожди-ка, я тут проеду. Ебать, элегантный водила. Кто так, блядь, охуенно габариты чувствует? Я так охуенно габариты чувствую. Ну да, почему так по части вошить, можно? Жопу вот так вот. Правая, так. Ебать, здесь говорит, им проехали мы. Тебе направо сюда. Я еще подвезу что-то поближе. Но из машины я выходить не буду. Так, нет, нам еще не сюда. Я понял. Вот тебе сюда подам. Это мы фристайл, детка! Засекай детку, шо! Это мы фристайл! Я читаю модно! На биток стрелю свои строки я! Я написал на выдаче, что когда ехал, когда я ехал на автобусе домой, все, теперь я восходящая рэп-звезда. Я зажегся на небе и упал на тебя. Это я ради вас, да. Я мечтаю рэп-звезде, где бы я не находился. А ты кто? А ты не кто? А я Акста. Я Акста. Мои бомбы есть всегда. Мои банчи на устаке тебя. Летят на мне и носа. Ты сочешь, а я читаю рэп. Я хуй вам на уста! Спиногрызы у тебя есть. И жена немного толстая. Или совсем толстая. И ты работаешь на заводе. Или на производстве. Идя домой, ты покупаешь пивас. Пивас. Тогда у тебя дома установленные есть танки, и ты играешь в танки каждый день. Когда твоя жена хочет тебя секса ты иногда очень редко учишь, потому что ты на свою кромянке ты дрожишь. Это значит, ты обычный танкист, а танкист, нет, не танкист, настоящие танкисты ездят на танках, а ты долбоёб, задрожишь World of Tutus. Если ты играешь в танки на компьютере и баса, значит ты тупо долбоёб.
Нормальный папка. Он не играет в танки. Он играет со мной в мяч. А все потому, что танкисты пидорасы. Танкисты долбоёбы. Танкисты пидорасы. Танкисты долбоёбы. Танкисты пидорасы. Танкисты долбоёбы. Танкисты долбоёбы. Ай-я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 й